M1 Global presents. Уважаемые любители смешанных единоборств, вашему вниманию предлагается бой в легчайшем весе. В синий угол рейджа приглашается Сайгид Абдуллаев, Республика Дагестан. Красный угол ринга приглашается боец из Республики Ингушетия Имран Чечоев. Неважно, элита это или андеркард, если вышел в ринг боец из клуба НАТ. Мы не надеемся на случай, не полагаемся на фарт. Это бойцовский клуб НАТ, бойцовский клуб НАТ. Неважно, элита это или андеркард, если вышел в ринг боец из клуба НАТ. Мы не надеемся на случай, не полагаемся на фарт. Это бойцовский клуб НАТ, бойцовский клуб НАТ. Несокрушимые как скалы, тверже металла, быстрее кобры, опаснее напалма, гордые как орлы, стремительны как ветер. Мы сыны Кавказа, дети Ингушетии, воспитанные по закону мужества и чести. С самого начала всегда держимся вместе. На нас равняются другие, нам подражают. Противники боятся, друзья нас уважают. Бойцовский клуб НАРТ, эталон победы. И ни один удар не останется без ответа. Во все концы света, что предлагает карта, разлетится слава наших бойцов из НАРТа. Неважно, элита это или андеркард, если вышел в ринг боец из клуба НАТ. Мы не надеемся на случай, не полагаемся на фарт. Это бойцовский клуб НАТ, бойцовский клуб НАТ. Неважно, элита это или андеркард, если вышел в ринг боец из клуба НАТ. В синем углу рейджа Сайгид Абдуллаев, Республика Дагестан. Сайгиду 20 лет. Весовая категория 61 килограмм. Сайгид – чемпион Республики Дагестан по боевому самбо. Красный угол рейджа – Имран Чечоев, Республика Ингушетия. Имрану 19 лет. Весовая категория 61 килограмм. Рефери в рейджи – Ашот Ашугян. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работает. Канаты сетку не держат. Экипировку не хватает. Затылок позвоночник не бьет. Все действия по правилам, все знаете. Пожалуйста. Удачи обоим. По углам. Давай! 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 Давай!
Назране. Только что мы услышали, озвучили нам, точнее, имена спортсменов, которые выступают. И сейчас мы видим на экране. Сегодня вместе со мной комментировать будет наш брат, наш друг, мастер спорта России по вольной борьбе Адам Партиев. Адам, ассаламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы увидим очень много красочных и ярких боев. Первый бой весовой категории до 61 килограмма. Мы видим, что выступает Сайгид Абдулаев против Республика Дагестан, против Имрана Цичоева, Республика Ингушетия. Видим, что сейчас Сайгид находится в гарде, работает первым номером, Имран Цичоев защищается. Да, тратят много силы. Сразу могу сказать, что в этом положении спортсмены тратят очень много сил. Вязкая такая борьба идет. Да, пропускает много ударов Имран. Очень сейчас много пропускает ударов Имран. Пытается оттолкнуть ногами, чтобы попытаться встать и продолжить в стойке уже бой. Но Сайгид не дает ему даже встать и пытается закончить это дело. Очень опасное положение сейчас для Имрана. Да, руки он заблокировал его, Сайгид, да. И наносит множество ударов прямо в лицо. А сейчас болевой мы видим на руку пошел. Адам, как ты думаешь, сложно из этого положения будет сейчас выйти Имрану? Очень сложное положение, но за счет шеи вот борцовская техника мог бы выйти оттуда. Вот, как раз Сайгид, да, мы видим, что он пытается провести болевой на руку. Да. Но Имран не сдается. Руку вытаскивать надо Имрану. Держится до конца еще. Да, надо отдать должное. Абдулаева в таком положении сейчас навряд ли получится провести прием, потому что надо. Нет, все-таки сдается Имран. Раньше времени. Да, не смог он. Имран, я скажу. Очень рано. Сдержать, да, и этого, выйти из этого положения. И, к сожалению, для Имрана Цичоева этот бой для него закончится неудачно. Победу одержал Сайгид Абдулаев, с чем мы его и поздравляем. Да, поздравляем. Болевым приемом на руку в первом раунде победу одержал боец в синем углу Сайгид Абдулаев, Республика Дагестан. Конечно. Ассаламу алейкум, Ингушетия. Я хочу поблагодарить моих братьев, которые за меня болеют. Братья, я вас люблю очень. Огромное спасибо президенту Ингушетии. Еще хочу поблагодарить моего тренера Муслима Махмудова, Асташку Закарай. А также спасибо моему брату Раджабу Батиеву. Ассаламу алейкум. Спасибо, Сайгид.